какие-то щиточки. Там просто вот эти вот, как они называются, хоть орка убивает спокойно, но дебаф, который на чувачков вешается, он шотает хорошо и хилит босса. Которая метка вешается, она же с танка как-то работает? Нет, он рандомно раз в какое-то время кидает метку на любого чувака. Нет, там вторая метка есть, которая на танка кидается. Он, наверное, поделил. Танка кидается, она всегда кидается. Она не всегда кидается. Она танка работает. Нет, нет, нет. Это правильно. Она работает от ярости у босса или энергии. Там на 100 энергии он проявляет метку. А как энергия копится? Энергия копится, когда появляется трэш и бьет. Если типа трэш быстро не заливается, ну, то типа если вообще трэш не дамажит, то просто появится десяток меток и шотнет всех нахуй. А, ебать, точно, ебаный. А чё, подождите, я немножко не понял, у нас другой танк теперь? Вот у нас готовность к 25 хм, как бы. Где фласки брать, как бы, куда смотреть надо. Фласки, напоминаю, либо у Рикойла, либо у огнестойкого. Заранее только пишите, какие надо. Фласки, масла. Вообще, блядь, 30 минут мы собирались. Можно было все купить всем, блядь. Сами нахуй могли это сделать. Вот если свой кончится, тогда спрашивай. Сейчас, подождите, я возьму из гибанка, потом кидайте обмен. Самоните меня, блядь. Я пойду, блядь, забыл. Нахуй, блядь, ебаный банк. Ну, блядь, не так сразу же, Саня, блин. Дай 2 секунды-то. Раз. Я еще, блядь, даже вот прогрузиться в этом Долоране не успел. У меня же сумма нет, блядь. 90 косарей ебаных убил на метасоке. Это пиздец. Молодец. А зачем? Один купил, думал продать его, наебать систему, а его теперь никто не покупает. Кто-то еще так. Вот просто ради интереса. Суманите. Второй ебанулся в башку. Нет, ты первый какой купил? Первый какой купил? Первый я купил. Я, короче, купил 2 камня, потом пошел, купил рецепт на этом, на Фельдонасе, по-моему, что ли. Ну. И сделал. Какой? На плюс. Ну вон, блядь, что он в башке у меня стоит. 31 к интеллекту и ману рез. Ну это не очень хороший. Если брать, то берешь ты на ДД, который хаотический. 31 криту и крит урона 5%. Ну, блядь, ну надо же поуебываться, ну завязывай. Просто у тебя его купит 100%, даже больше. Да. Я-то купил. Потому что хилов, которые будут о метасокете заботиться в Т4, ты... Это, Ян, еще саппорт можно, пожалуйста? Так, говори. Ян Фой, наверное, Навара поставит себе. Хиловский. Я так саранитов 15 штук купил. Перед тем, как они подешевели. Да я вот и хуй его знает, я что-то затупил. Видишь, ты говоришь, на ДД, у меня нету реца на ДД, у меня вот только на один был. Ну, надо было подождать. А он пиздец. Чуваки, давайте стопнем флот, у нас все уже. Особенно беспонтовые по мегатосоке, там вообще очень охуительная информация, поехали. Первого не бейте. Да, кого один хуй эти, блядь, захуярят? Многоуважаемые совы. И тех, да, которые левые и правые. Если только бить вот этих двоих не будут, тогда мы не будем их бить. Ну, можем чуть подождать. Помогите. Что у нас с танками опять? Нормальные танки? Что-нибудь такое? Ну, состав поменялся немножко просто. Как всегда, ничего нового.
Я кокона не пойду в РДР сбивать. Уважаемые РДДшники, если я еще раз, блять, хоть раз в одном рейде скажу, что вы должны сбегаться под пауков, этих людей просто начну кикать нахуй. Че ж ты поломал жизнь за паука? Просто реально заебали, блять. Ну это просто настолько дефолт, блядь, что... Ну я просто не знаю уже, как реагировать. Разбейте его руку, он, блядь, под жопой стоит, вы чё? Не я, ну расскажи. Да быть не может, что так достает. Я ж прямо без специальности по жопе в боссов. Мне кажется, это сериал был. Анфрой, братик, ты тут? Он почти наверняка тебя замутал, так что... О, отлично. Не забывай, Сандерс, по-братски, а. У нас комбат висит. Это у вас висит, потому что моба затрогали там до смерти. Вначале надо... Надо вернуться и убить моба. Давайте все вернемся по-быстренькому и задушим просто чувачка по центру. Не, был бы протовар, базара нет вообще. Я просто... У меня в ротации нету времени для Сандерса. Для чего нет времени в ротации? Раскол брони. Он не работает с РПБ, так что тебе в любом случае его кидать, если нету протовара. Так в том-то и дело, что у Армса нету в ротации места для Сандерса. У Форика есть. Об этом и речь. Не, я к тому, что если нету, нету кроме тебя... Я про это и говорю, то, что протовара нету. Что у нас вся надежда, надежда на Анфро. Это зависит урон не только мой, это еще от ДКшек, Рок и даже Ретрика. Пистасовский, какой бургер? Что ты несешь, блядь? Нарколыга. Нихуя. Ваня поставил сам себе перекур и пошел курить, как бы. Я думаю, минуты 3-4 у вас тоже есть покурить. Че, типа, 20, ну, 24, да, Харипа? Я думаю, мы кого-то ждем. Ежа? Ежа ждем. Что за еж? Я... Так, это ежа-паладин. А, еж. Не слышу. У вас 25-ка? Хэм? Да. Именно. Да. Третий-то танк есть или мы вдвоем будем делить? Ты вообще в ДД будешь, скорее всего. А у меня нет ДД.
Ну, тогда будем сейчас что-то думать. У меня есть стрёмный ДД, который я только что сделал. Нет, мы сейчас про флоскозавра будем спрашивать, думаю. Завр один только. Он флоскоюзер. Ну, да какая разница, он еще и авка, кажется. Но он писал, если я планировал Ваня, он должен знать, что у меня нету танка. Не, ну у тебя же там что-то типа лока есть или что-то такое. Да, лок есть. А он тоже танк. Тоже протолок. Да-да. Ну да, по сути, протолок. Нормально. Он еще все делает. У нас всего один шам. Да? Ну нормально. Но скорее всего, как только я ГМ оттанчу, лок отправится туда же, где фури прот. На покой. А что тебе лок не нравится? Ну, как бы... Не, я локом, скорее всего, буду играть как баффер. Но... У него меткости там нет. Понял? Не, я... Ну, купи треньку, задай что-то. Когда баффера я буду собирать, мне меткости, скорее всего... Нет, я не понял. Там просто нет меткости. Он все в дух бил. И через нет вот играет. Не, сегодня только локом бил, у меня лог 251. Вот я давал 13-14 тысяч, нормально вообще. То есть, ну, плюхи там по 20 тысяч летят классные. Без демона как бы. Я как бы не могу пока найти такую ситуацию, чтобы за 3 секунды обновить критовый баф на весь рейд. Мне не Короче. Удерживать баф. Юрик, ты тут? Да, Оню убьем, только начали. Первая фаза. Ну, давай, Регруб, из тебя, короче, убиваем. Так, а вам кто нужен-то? Лок, танк, хил? Лучше лок. А, подожди. Ну да, у нас лок есть, нужен. Наши три... У нас три танка, которые не могут спекнуться в ДД, по идее, я прав. У меня какой-то ДД есть, но я хуй знает, сколько я там дам. Ну да, понятно, у нас три танка, которые не могут спекнуться в ДД, блять. Так, ну локом я могу... Мы можем спекнуться в ДД, но у нас 5-6 годов дома. Я понял. Не, ну у меня не 5-6 будет, у меня 253-й. Вот хуйню все равно дам. Понятно. Я им нихуя не умею, самое главное. Локом я сейчас захожу. Можно будет... Дэнчик, тебе там уметь? Койл кидать, как бы. Да, ну... У меня 260-й, смотри. И болячки вешать. Короче, разливают, соответственно, лови койл, халукет, кого еще на плечи, блядь. Саня Корвин. Бегемот. Не ожидали, да? Бля, Асалином бассал латников в ауе уроне, понятно. У меня нет таких друзей на локе. Чумовая цаца. Плюс они много раз, блядь, в себе. Локи дайте шкаф. Тебе бы вот череду сделали топ-скиллом. Да-да-да. Просто два ляма во уех. Угу. Поезд нужен. Можно сразу ауры дать за место коня Фроста, за место второй броню прибыли? Секунду, я раздам фроски всем. У коня у Гага отпало. Тогда третью лучше. Третья у меня. Нежик, ты во втором окне? Да, у огнестойкого стоит броня, а у меня третья. Все, 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 огонь. Только огонь налет, ага. И у нас теперь два демона точно будет. Короче. Ты чё за демон-танк? Демон-танк, обычный демон-танк, блядь. Ничего страшного, блядь. А чей будет вешаться баф? Гага, давай поменяемся. Третью тыкай, я первую пробку. Да, кстати, по шмоткам распределяет ответственность. Посмотрим, Серёга. Ешьте рыбу, блядь, давайте чуть-чуть быстрее, блядь. А у нее точно было 81 лям хп или меньше? Или больше? Больше было на 10. Мне кажется, 100 было, нет? Что-то в районе, да, больше у него было. У него было больше, а не 81, нихуя.
нет, не настолько много, но было больше. Х2 перехватил. Давайте, короче. Так, ёжик, ты половить сможешь? Да, смогу. Тогда давайте вагон вил, халуки, ты лови койл. Соответственно, танки, пожалуйста, разбегайтесь. МТ у нас сейчас будет. Я тебе даже не знаю, кого. Но МТ Ноктас, блять. Чтобы с него никто не сорвал никогда, нахуй. На пол в него, соответственно, трубопровод флотска. Юзер ставите просто, как обычно, рядом. Если можете даже не бить, нахуй. Давайте РЧ на пол. Нет, настрой Фаризель для Ассалина Гонвиллан, Фройга, Гапал, Селе, Лани. Еды флотска юзер, массел, массел, похуй. Ты шо, блядь, издеваешься? Ну хорошо, давай на хили выпьем флоску. Все? Приехали заниматься порно. Верните только его. Все под фреймбосс встали. Сейчас будут шипы. Разбивайте все в мире. Быстрее, блядь, чтоб долго. А медиков-то нет, нихуя, помню. Шипы. Все в мире. Танки кто-то бежит. Я бегу к двери. Ну, блядь, к двери бежит Ноктас. Разбегайтесь, разводящие, сбегитесь. Разбейте. Шипы быстрее. Милишники никуда не бегают. Лужа у нас польется, соответственно. Бежите, им отдадите, кат шипов пошел. Разбейте. Шипы. Разбейте быстрее. Команда это дайте. Капосы все встали. Разводящие убежали. Выйдите быстрее. И вагон вилла далеко, выбейте одного. В красный кружочек зайдите, пожалуйста. Кто там бегает сзади? Выбивайте один далеко. Вагон вилла выбейте. Как шипов пошел. Все в мире. Разводящие сбежались. Мирики, хули вы делаете, блять? Вопрос у меня к вам. Сказал же, вы не бегаете, блять. Разбивайте. Кашипов, с гуру вышли. Выбейте. В красный кружочек зайдите, пожалуйста. Служи, вышли. Бейс в гимн на хп, дай по фасту. Я залагал. Лок. Заебейте, выбейте два шипа далеко.
Смотрю геймплей на мана. Кат шипов. Один далеко разбить. Центр ближе, встаньте в центр прям. Кат шипов. Блять, эмана лют. Т4, что-нибудь, блять. Охуеть, пол рейда почти легло с такими приколами. Все, да, вышли. Не стойко выбить. И под босса все встаньте. Черсали, служи вышли. Ну быстрее, блядь, соображайте, когда служи выбегать надо. Все в мире. Все в мире. А, нет, один далеко. Разбейте его гангеры. Кар шипов пошел. Один далеко разбейте. Лови койла, выбейте. Койла быстрее выбейте. Разводящие сбежались. Сериал гимномана, дай. Убивайте. Любой Т4 ДК. Я в прошлый раз отдавал. Блять, надо вас паником уже называть нахуй. Слишком, блять, получается жирно. Я сдал Т4. Да-да-да, я понял. Со льда вышли? Бегемошку подоуешьте чуть-чуть. Кар шипов. Убивайте быстрей. Быстрей, пожалуйста. Выбираем очередную бринтроль, убиваем. Да, как обычно, нахуй. Че, бринтроль? Хуй. Бринтроли нет. О, шея. Хуйня, ну, ДГЦ, нормально лут. Мы с шеей. А у меня вопрос, а кто такой фласк юзер? Это у нас танк новый. А зачем он таунтит каждый раз босса? Это мой кусок, я проебался. Дайте сразу пробовать. Просто я бы рафлан сейчас скинул по шипам урон. Скинуть? Чисто порофлить. Лен, тебе прям пиздец надо или можно руми отдать? Давайте руми отдадим. Рома, ну, если что, ладно, это писано, ну ладно. Пофиг. У него для этого тоже. Просто чекаем, короче, как шипы бьют у нас. Ну, все нормально. Мне прикалывает. Уру. 5%, потом 15%, потом пошло-поехало. Платники. Да рольте, если по мейну никому не надо, можете ролить. На КТАС тебе на мейн надо? Нет. А зачем? Ты же сказал, если никому не надо, рольте, я рулю. А, точно, ты ГГ пол выиграл. А, подожди, огнестойки, а тебе на чё? Да не, я тоже чисто так. Ну, понятно. Если никому не надо, то в меня складывайте. Да я понял, а теперь самая веселая хуйня всех, которую можно порулить, блядь. Гагапал, а тебе зачем оно? С МП5-то вопрос. Ваня, мне само нахуй не надо, да, такое колечко? Гамабунт, это кто? Лизик, снят, тебе надо со второго босса. Под вейфу уходит. Ролить не пусть у нас. Под вейфу уходит. Ваня, этот осколок. Ну, блять, ну и чё, спасибо, сейчас я его тебе выдам. Там сдох, и здесь сдох. Чё, забираешь? Ребят, самим можно прибежать, не лежать и ждать. Фласка юзер не затаскивает туда помощника, я его специально отвожу в сторону от рейда.
Его контролить можно. Я имею в виду, что я на Оне сдох и здесь сдох. Спасибо. Ну, вижу, блядь, гений Арты в Хеме сидит, на Оне сидит, блядь. В смысле, он два окна ебашит? Да. Еще третий мне будет где-нибудь на арене сейчас. Да нихуя, типуган, блядь. На арене там нужно, блядь. Да-да-да, на БГ, блядь. Вот сейчас весело будет. Да дальше эти зарейте помощника. Милики съебались на остальных мобов. Я быстренько дал слетаю, засуманите. Нахрена? Камень ставить. Мне похуй, я тебя не буду сунуть. Тебя никто ром не отпускал. Никуда. Зачем сейчас это так? Хватает же у нас гира. Не, посреди вот этого всего такое себе. Когда мы перекур делаем, типа ты против логов ПМ даешь каф, и тот же самый я тебя засумонит, а вот когда мы все вот это делаем, не надо это делать. То, что мы на пуле сейчас будем давать отчет, а ты скажешь, сумоните, пожалуйста. Все будет весело, бля. Надо Феникс включить, бля. У меня включен. Не, ну, так как я вот в прошлой трое не лутал, буду сейчас все духов лутать, нахуй. Вот как ты сказал такую сказку, что ты не лутал? Я, блядь, умирал, нахуй, от всего. От и того, что, блядь, я смотрел в чат, блядь, Саня. В отличие от всех остальных. У меня один ты раз... Ты лутал, как указано. Обычный смертный человек. Ну, вообще-то я его, блядь, ни один не слутал, так что не надо мне тут рассказывать, блядь. Ну, что же, я слепой, что ли? Ну да. Рецик слутал, как будто он каждых духов лутал, как бы. Дерзко ушел. Маны нет, нахуй не хуя, блядь. Керри ушла. Народ еще помнит, кто где стоит? Этот Вань, меня, короче, после прошлого трая, я так понял, лучше в пачку к РДТ мобам, потому что у меня весь урон практически магически идет, и я просто не пробиваю щитки вот эти мобов с экрана. Кто говорит сейчас? Корвин? Огнестойкий. Огнестойкий. В смысле магический? В смысле... У тебя урон должен быть. Ты вот, допустим, если стоишь справа, вот кучка собирается, ты вот влево даешь стан и стоишь его душишь. Пока на нем стан, или сразу стан не надо давать. Когда начинает кастовать, ты даешь стан, потом начинаешь там его душить дико. И он даже не успеет ничего сделать. Так справа выходит два чела с щитами. Да. Ну. Ну, ты думаешь, мы каким-то колдунством другим убиваем? Мы сбиваем ему щит, а потом бьем. Так он физический урон пропускает, по-моему, насколько я знаю. А у тебя магический нет. У меня магический. Да, расскажи мне. Ну, блядь, давайте я дымку запишу. Она не резистится ничем вообще. Давайте я дымку запишу просто. А то я не знаю, что такое ретрик, у меня нету ретрика тоже. Ой, двоих ты там где? У тебя все спеллы, кроме освещения, это физуха.
Ты освещением можешь дамажить в 17 раз больше. Вот ты сюда подходишь, вот где воин сейчас стоит. Дальше освещение. Открой, у тебя details включен. Открой details и наведи. Посмотри, сколько у меня урон физ по ребру был. И сколько магического. Ну ты во сколько буря бьешь? Сейчас я открою ребро и тебе скажу, сколько я буря дам. Буря это тоже магия. Нет, буря. Буря я дал. Скажи мне, и буря магии, все магии. На ребре я внес сколько дэмэджа? 6 миллионов. Буря нанесла из этого всего 107 тысяч. У тебя средний урон бури где-то 10. То есть ты кидаешь жагу в шахту выше бури, и потом удар с воина света, даешь стан и по новой поехал. У меня УВС нанесло 127 тысяч. Пока на нем висит стан, на нем щита нету. Ты будешь его и освещением тоже бить. Твое магическое вот это уронизирование, вот это вот то, что внесение твоего магического урона, оно будет сразу. То есть пока мы его бьем, если мы его сразу убиваем, он даже щиток на себя не кинет. Щиток кидает только чувак, который долго стоит уже. Ну, если мы сразу их будем убивать, тогда проблема. А мы их сразу убиваем, то что тут есть воин с быша, как бы. По меликам у нас будет воин, который второй пати и огнестойкий справа, Эссален справа, Бестасос ты на боссе, слева у нас Анфрой, две совы и ШП вы душите всех. Остальные по боссу играйте. Если где-то не справляются, основной кастер к вам обращаюсь. Вот слева не справляются чуваки. Там у нас будет щитком только чувак по центру. Его должны заливать первым. То вы свечитесь и помогаете. Сами смотрите, не будет никакого анонса. Я положу микрофон, будете сами бить. Поэтому сами смотрите. Да, чувачки и... стоят, там не будет никого с щитками. То есть они переродятся, если даже вы их сможете бить. Нам тут три танка надо. Три танка надо, да. У нас будет Нуктас. Блин, вот это плохо то, что я бы Бегемота спекнул в танка. У него с АОЭ тритой будет лучше, чем у АДК, в смысле, или ДК. Ну, мне как скажете. У нас так не выходит. У нас нету нормальных ДД спеков у танков сами. Поэтому... Ну, там просто фишка в чем, мы будем ждать, пока МДК кидает болезни, потом кидает чуму, болезнь, потом будет кидать лужу, и еще наполит... Мор, извините. Потом будет кидать только лужу, то есть это будет... Там, это 3-4 секунды ГКД. 4 ГКД получается, надо кинуть. 3-4, да, там. Ну, 2 от болезни. Пал поставить. Пал набирает в босс очень хорошо, его ставить вообще глупо на адов. Только... С него сорвут, как бы, короче, босса. В смысле, если не будет он танчить босса. Ну, можем поставить Денчика, допустим, в ванхоле. Ну, Дэн, ты в ванхоле сидит. Денчик, тебе смотри, как я надо, помню. Короче. Смотри, сейчас по тактике, по танку. Слева ты забираешь, слева-справа моба. То есть центрального на второй фазе мы просто уничтожаем. Мелики. Справа ты забираешь, наоборот, центрального, а слева-право мы забираем себе, и мы его там просто ганг-бэнгаем сильно, прям вот всей толпой. Ты, главное, чтобы, смотри, нас милик не кливал сильно. Потому что если будет клиф и взрыв духа, или ауешка, мы отвалимся. Тебе надо, короче, миликов забирать, которые безманны. Допустим... Я на мобах буду или... Да, на мобах будешь, а вот фрикаделька будет с тобой, в смысле, с Нуктасом на боссе. И, думаю, у нас получится. И надо снять престовский баф от тьмы и броню перекинуть на тьму. Все игроки, снимите, пожалуйста, баф от тьмы, чтобы локи вас могли тоже ферять. Флэсказавр, расскажи. Флэсказавр, ты смотри, что, короче. Ты сзади моба. Короче, у нас будет, допустим, Нуктас... слева, Треблозавр будет справа. Просто расскажи, что куда. Треблозавр, будешь...
Да, ну не суть. Денчик, короче, будет слева, Нокта справа. И будешь ты флоскоюзер сзади моба тягать, короче, на сторону миликов, это на сторону вот сюда вот. Получается справа. Вот где воин прыгает, вот сюда будешь тягать их. На второй фазе ты будешь босса танчить вместе с Нуктасом. Я все же хотел узнать, куда мне моба грипать. Все отлично. Я... Снимите, пожалуйста, баф от тьмы. Чтобы вас контролили. Баф от тьмы. Ангой, Вагенвил, Лизес Икс, Нуктас, Гамабунту, Илиани. Еще раз. Что за баф от тьмы? Молитва защиты от темной магии, блядь. Ауру брони, Нуктас, переставь на тьму. Прямо сейчас. Спасибо. И РНЖ, в основном ШП, совы. Вы не даете ауешки и огнестойки тоже. Ауешки перед МК. То есть у нас там 5 секунд до МК, вы стопаете ауешки. Вы даете ауешки, убиваете чуваков. Да, я буду анонсить за 10 секунд ебучий контроль. Ничего не поменялось. То, что у миликов, допустим, это как выглядит? Берет МК, и моя быша ему просто жопу отрывает вместе с костями и с кожей там. Он просто исчезает. Ну, это я на своем примере. У огнестойкого тоже освещение, оно начинает чувака тикать там по 10 тысяч. Я просто отхожу всегда, когда МК объявляет всех и все. Анфрой, лови койл. Вот ты смотри, дашь МК в одном месте, в смысле освещение в одном месте, а туда чувак в МК забежит просто и все, сам забежит. Ты же сказал, у тебя паладин есть. Ты знаешь, как освещение сейчас у паладинов работает? Оно кидается на место. Нет, ты кинешь его? Оно кидается на меня. Я, на мне оно висит 10 секунд. Оно теперь не на полу раздувается. Оно на мне висит. А, Т4. Да. Ну все тогда. Тогда... Но тогда двигай. Но чё, стандартное свечение на пол кидается, да. Как бы. Ну все, что? Да, с правосудия кидается на 3 секунды. Давайте, ирчи на пол. Сейчас мы вайпнемся пару тысяч раз, дайте. Ну ничего страшного. Танки по масс-сейвам на второй фазе сами я буду просто бить нами. Вы объяснили Гагапалу, что делать, то он не в курсе по тактике. В смысле, блядь? Гагапал, хиль. Хиль духов, не лови, и все, и выбегай с лужи, блядь. На второй фазе да, будут лужи, это духи такие, синенькие чубрики, от них надо убегать. И ренджики, держите рендж, вот кто издалека бьет, из самого далека, у кого рендж вкачан, и стойте на рендже. И ловите, в смысле, не ловите духов, и включайте маги все за счет от магии льда на второй фазе, чтобы вас не шотало. Гагапалу, наверное, надо по КД отдавать бабл, чтобы не мешал контролю. В МК холипал пусть бегает в бабле хоть сколько, вообще пофигу. А он холик? Да, все, поехали. Блять, долго стоять можно. Не забывайте, что это у тебя будут мобы, блять, на старте. Мобы 5 секунд. Служи. Контроль, лови койл, Вагенвил, уру. Сапрот, блять, по кому сапрот? Кто что не снял? Бабы 4 секунды. Контроль над разумом 10. За контроль.
Мобы через 5. Мобы пошли. Контроль через 5 секунд. Служа, вы бегите. Долго убегаете, блядь. Контроль. Огнестойкого не убейте. Ебать, огнестойкий, ты что, прикалываешься? Ебать, законтрольте его нахуй. Зеленки, крылья, все сливаем. Вар, эфир слили. У них Т4, блядь, откадешивает. У них Т4 откадешивает крылья у упала. Помощник через секунду. По боссу стопните. По боссу полностью стопните. По боссу стопните, залейте мобов. Мобов залейте. Переводи босс. И теперь переводите. Кто первый танчит? Слева один моб еще. Да похуй на эту моба, перейдите ее быстрее, блядь. У нас контроль через все сейчас заканчивается. Резуль, добавь на меня. Контроль надо, контролить, пацаны. Ребаф, паладин, мой, блядь, паладин фларчиков. И мобы пошли. Милики, огнестойкий, Анфрой и Айсалин к нам. Духи. Все мобов. Босс идет. Вот везут. Ебать, вы прикалываете, что ли, блядь. Каску, кулак по воинам, паладина. Духи. Контроль сейчас будет. Денчик, дай Т4 сейчас. Алло, вы будете контролить, блядь? Бралзавр стоит, кастует просто. Spirits. Духи. Духи в мели. Не идут. Духи. Блять. Spirits. Милики, между мобами тоже по боссу играем. Центры. Контроль. Все контролят. Служа, убегайте. Законтрольте Лугуху и Корвина. Духи. Корвина не резать. Spirits. Духи. Ну-ка, сдай мы сейф сейчас. Ады. Мобы. Трабло, гамабунту, блядь, бегай. Падайте. Падайте. Ну, у нас есть некоторые... Недостаточно. Гамабунту убили рейд. Кто это еще говорит? Надо райты делать, сниматься вполне серьезно. Да, у нас просто вот, есть, вот эти вот три человека здесь не особо часто ходят, поэтому ничего страшного, бля, сейчас убью. Эссалин, по-братски ты напулил? Самое прикольное, что тут можно один раз его установить правильно, он не будет слетать нихуя. Он просто впадло его, блядь. Так и скажите, нахуй. Да скиньте, что там надо, я поставлю, просто не в курсе. Ну, поставишь, только не сейчас. Не, ну понятно. И кастеров надо контролить, вот на моем примере очень заметно. То есть чувак просто меня шотнул с одной стрелой, как бы. Особенно магов, локов, сов, ШП, это прям вот сильно касается. Я скинул в канал Тред ссылку. Там есть два сообщения с подробным описанием, как это ставится и что нужно, чтобы лаунчер вам не перезаписывал этот файл. Зайдите, пожалуйста, кто сейчас вайпнул, блядь, рейд, и посмотрите. Мы сейчас ждать будем после рейда. Нет, мы сейчас будем ждать, чтобы люди вообще хоть что-то видели. Давай мы сейчас сделаем просто, давайте пятиминутку сделаем, нахуй, они подставят, остальные потом уже не будет у нас перерыв в этом случае. Еще раз, это Холи Пал, это Ёж. Кто там еще был?
Имаг. Нет, это Имаг ГГ Бунта. Да, 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 да. Вам обязательно прям надо. И Лизекс тоже поставил, нет? Какая хуйня. У меня он отключился нахуй, я не знаю. Вот, включай один. Я теперь знаю. 5 минут есть. А куда ты скинул? Канал Тред. Да, он работал, а сейчас нихуя он мне не работает. Ребят, куда скинули? В Дискорде. Дело есть рейндж, можешь прописать, ой, прочитать в описании, не помню, 20 метров там или 15. Стой, подожди, вопрос. То есть его постоянно перед ХМом надо переустанавливать, правильно понимаю? А, все, все, вот теперь понял, почему не работает. А Сайлент, ты тут? Все, я поставил. Ты допулил мобов сейчас? Плохо. Проблем вот этих не было. Можно сделать так, чтобы файл не перезаписывался, когда вы запускаете ебаную игру. Для этого у нас есть специальный канал Аддоны. Заходишь, Аддоны, самая нижняя ветка. Духи на леди CLK. Там 2 сообщения. Нажимаешь на это ебаное сообщение, там написано и про установку, и что сделать так, чтобы он не перезаписывал каждый раз, чтобы заново не ставить этот файл. Все. Не портуйся в Долоран. Нечего там делать. Надо ничего траить хрем. Да. Становись ренегатом. В Долоране нечего делать. Просто когда ДБМ духи оносит, блядь, ты шевелишься. И все, как бы не надо никакие ни моды, ничего ставить. Мертвый не шевелится, как бы. Понял. Так, получается, духи взрываются, а ебашь. Пожалуйста, вот по мне, 25 тысяч прошло 2 раза. 2 раза кто-то духа въебал. Говорят то, что это Гагапабл и Гамабунту. Как проверить, ну, работает оно, нет? Мне тоже 25 тысяч. От них убегать надо, да? Дайте отдельную маску нам, пожалуйста. Корвина, кстати, Халукит убил. И Бегемошка. Ловикойла тоже духом убила. Я тягу, мне 2 раза по 25 тысяч залетело. Там 2 раза кто-то взорвал рядом со мной, блядь. Ну, надо просто... Я не про это, не про духов, про контроль, пацаны. Надо контролить. Типа, ну, у всех есть Lock of Coil, есть Fear, как бы, есть Mass Fear у ШП. Вот я сейчас чекну, по-любому никто не давал. Посмотри, я давал. Мне кажется, по контролю буду на первом месте стоять. Вот я вижу, Ловикойл ферил, Уруру с Бегемотом контролили. Халукит кидал. У нас же 4 мага, ни один не кинул хекс. Я ни разу не кинул. Заебись. Это по не успевал, потому что... Зельды крутил. Даже Volkswagen крутил. И маг один только кидал овцу. Ну, типа, вообще не круто. ШП вы умеете масфир нажимать? Это моментальная херня, которая не кастуется. Просто стоишь в куче и нажимаешь масфир. Это первое, что ты должен сделать на контроле. Не ШВД нажимать, а просто вот нажать эту херню. Я на сериале прожимал, но что-то нихуя не фернулся. Я, кстати, нажал 2 раза, и 2 раза у меня было... Ну, короче, мне пенетрики. Когда хоть раз нажимается, у меня отображается. Ну, посмотри. Да. Хоть я и... У меня меткости 17,5%. Это же перекат. От нее нельзя уклониться. А подскажите защиту от могиль, да, когда нажимать? Когда она в смысле, вторую фазу.
когда ману, щит маны полностью сбиваем. Нет, там фишка такая. Там есть точечный каст магический льдом. Он кидается в танка. Ну, или в цель, которую он бьет, босс. И есть инстант ауешка, стрелы ледяные. То есть угу. На тебе по КД должно висеть каждые 30 секунд. Понял. ШП все слышали, да? Вообще все присты все слышали? Да. Масфир надо нажимать. Прям на буковку Q, допустим, ставишь, где у тебя ничего нету. И... Ну, ШП там 4 кнопки, какие там еще могут быть. У каждого свое на Q стоит. Ну, у тебя там проводик стоит, я понял. Нет, у меня испепеление стоит. Вход обратно. На Q Shift стоит воля отверстия. Не знаю, у меня вот DF6 все стоит в скиллах. И вот QFE стоит какие-то, ну, такие редко используемые, типа чарджа, кика коста или что-то такое. А вот у меня вот такой вопрос. Вот, например, вот я хекс кидаю, у меня идет сопротивление. Почему? Боженька, ты девочка, давай спрашивай. Ну, я говорю, Ну, понимаю. Надо еще кидать. Я кидаю сопротивление. Ну, кота я при... Ну, ладно. Так ты мальчик или девочка? Нет, я девочка вообще-то. Отлично. Извини, пожалуйста. Я кидаю этого кота. Надо еще раскидать. В итоге идет сопротивление. Еще раскидай. Ты кидаешь, пока не законтролишь. Она... Ну, я так и делала. Кота отлично. Сопротивление, скорее всего, идет потому, что уже из-за другой контроль висит. Нет, сопротивление идет только из-за лапки. Ну что, мы поедем там или не поедем? Ли? Из-за пенитры. Так а что, лапку снимать, типа? Нет, не надо. Только шипаешь на этот, ой, да, да. Только от тьмы надо даже не бафить ее. Снимите все от тьмы вот эту херню на себя. Молитву. Ничего нету. Селивани, Нактасан. Кто ее вешает-то постоянно? Ну, какой-то прист бафает. Ваня вешает. Прист, бафните, пожалуйста, стамину, у кого-то нету, вижу. У троих шапешно еще висит от, ну, шаду резист. У нас сила ли МК? ШП, вы перед МК не сливаете тучки. Маги не сливают глыбы. Что, ну, то есть вы в МК уходите в тучку, это очень прекрасно, замечательно, там самые лучшие люди. Самое главное, это локи, маги и ШП. Ой, ШП эти, совы. Они вообще плохо делают. Что такое МК? Это Main Control. Main Control. Селивани случайно стамину, видимо, сняла. По-русскому это контроль над разумом. Я не могу найти этот дурацкий баф. Ты убрала все. Ты уже сняла его. Он свой Ноктас остался только. Остались с бафом. Он свой сними кристовский баф от Тёмки. От воинов это, ну, мы снимаем пушки, поэтому... Вот от паладина, да, от него есть вред, он печать не снимает, он может жахнуть. А его и не контролят, он танк. Нет, я имею в виду огнестойкий. Молитва, защита от темной магии. Все, стоп, налепиздешь и поехали бить. Да. У меня печать порчи стоит, и я без пухи. Милики справа, мобик. Починяй. Ваня, ты беззвучно огласишь там. Включи микрофон. А я-то думаю, что нахуй не так, блядь? Что ж ты думаешь, кстати? Через 4 секунды нахуй выйдете из лужи, блядь. Слушай, выходите быстрее, блядь, у меня щитки не на миллиард. Мобы. Контроль через 10. Тихо. Если не тебе, значит не тебе, блядь. Не надо ничего говорить. Контроль.
сейчас будет. Сбейте. Блять, не убейте миликов. Законтрольте. Контроль быстрее, блять, не убивайте миликов. Что вы делаете, нахуй? Босика тоже топчем мелики, пока дрочим. Меня диспельте. Ну диспельте, паладины, блять, откройте глаза нахуй свои. Диспелит все ШП тоже. А, мобы пошли. Контроль через 10. Служи. Я залагал. Хуёво. Плохо. Кто знает, у Ешки помогал. Точечно заливайте. Ассалиныча не убейте. Спасибо за дизарм. Чтобы не убил. Теперь снимите с редров. Где стоп? Ты далеко куда-то съебался. Бобы через 2 секунды. Это какой долбоёб там нахуй на улице стоит, блядь? Ебало ему выйти разбить нахуй. Контроль через 5. Контроль. Ебать. Бэйрон Фрой надо по-любому. Лёня, есть, нет? Даю. Угу. Ля, Рогис, давайте дизарм боссу, пожалуйста. Диспель. Не надо в меня. Анфрой, вставай, ну. Он умер. Его опять. Да пока не надо резать его, пусть лежит. Да у нас же, блядь, это. Мобы через 3 секунды. По боссу стукните. Мобов взорвете и, блядь, да переведете его быстро под гер и контроль через 5 секунд. Служи. Контроль. Босса, перейдите живее. И босса, сыграйте, дайте герку, что ли, тогда, блядь. Там еще один был. Надо, блядь, переведите босса, дайте геру, нахуй, что вы делаете? Где гера, блядь? У нас 4 секунды до мобов, блядь. А что, у нас других, что ли? А, да, нету. Рафлан. Мабы. Духи. Прям в середине, блядь, РДДшников. Блядь, когда вы слышите слово «духи», сразу, блядь, делайте шаг, чтобы не залутать. Клики слева. И контроль отдавайте. Босса в комнату выведи. На пол, на следующий пак не просрите. Духи. В центре. Ну, ты следующих духов даешь масс-сейв. Вот сейчас масс-сейв. Там мобы пошли. Контроль через 5 секунд. Spirits. Духи. Духи с центра бегут. Контроль. Spirits. Бэрон тихо липало. Духи. Спиритс. Два духа в миле. Духи. Контроль через 5 секунд. И мобы пошли. Духи. Выведем. Контроль. Блять, сопротивление полиции ксу. Ебать. Диспел можно? По тем, кто не в контроле. В миле идет. Духи. На ктасе 5 стаков, кстати, блять. Духи. ДК набирает ритву. На пуль без насоса ДК. Набираю агрушу, ходи. Да, все. Не, все, пока бьем. Ну, еще есть время, 5 секунд. Контроль. Духи. Контроль был. Кстати, был.
Просто у меня два духа было, мне нужно было отбежать. Я не меньше инфы. Не убейте Миликов, не убейте, не убейте. Снимите с меня фанатика, блядь. Так у нас... Ну ты, ты забираешь мобов сейчас, которые уходят с лестницы. Духи. Это 4 отдать пришлось. Отдайте им, блядь, то есть диспельте с меня, паладины, а паладинов нету, да? Понял? Есть. Ну, то есть. Ну чё, ГК пала, может, и Бэрнем, блядь? Ну, если есть Бэр, можно Бэрнуть. Духи. Прибавку ему дайте. Духи чё? Контроли. Посмотрите, чё не убейте. Дэна прохильте. Спирит. Вот идет, когда вот кидаешь. Тихо, блин. Чё за инфа беспонтовая вот во время трайв? Непонятно. Ну чё, блядь, легко, что ли? Духи. Паладин, с тебя задача снимать с этих говно. Контроль сейчас будет. Духи. Помощники через 5. Старые еще стоят. Да, у нас еще старые стоят здесь, кстати. Беги туда контроль. Уже. Остальные ничего не убейте. Сейчас надо будет ли взять их на стойки умер в духе. Я что ли дай золотов? Резвен. Духи. Дядь, кто-нибудь может сказать, сколько у босса КП? Кабьем. Процент. Если есть БР, берните друида или шамана с пятой пальцы. Всё. Когда? Не, можно вайпаться тут полторы минуты до берса. Бьем, бьем пока. Нам надо контроль. Да похуй, что не успеваем народу, надо привыкать контролить, не ловить духов. Я понимаю, что вы охуенные все. Я лег. Ну, теперь падаем. Теперь падаем. Дружа, бегите. То можете меньше инфы во время трайв давать? То у нас очень нахуй закончится быстро то, что все могут говорить. Spirits. Ну, кто сори за Эльда, вагон вил два раза. Хорошо, вот. Я перестаю тогда контролить, пусть это делают другие, я буду только хилить, смотреть за духами. На духах просто перебегай. То есть, вот, вопрек мне, что ты не надо не делать. Просто делай, что делаешь, но делай это внимательнее. Я же не говорю, что ты прям вот из-за того, что ты там вот это, не надо делать это. Просто немножко внимательнее. Все. Ну, Нуктас под конец, когда сказали падать, я залукался. Под конец ты перед Резельдой взорвал. Когда? У меня не было взрыва. Но я же не просто так говорю, мне аддон показывает, кто взорвал. Ну я тебе говорю, я сейчас только забышал, и три эти вот там. Меньше инфы. Еще раз скажу, когда говорят слово духи, вы можете изначально подвигаться. Не хуйнёй страдать, дрочить, а просто подвигаться. Еще раз, как работает вот эта вот хрень с духами? Они появляются сначала, это секунды полторы-две. Потом начинают идти. Если вы рядом с ними стоите, вот смотрите, появляются духи, и думаешь такой, бля, наверное, не в меня, ну и хуй с ним. Это не так работает. Как бы надо идти уже. Ёжик, ты чё там? Ёжик. Да зашёл, когда не это. Ещё не встал. Ага. Ну давай, перезаходи. Анфрой, дружище. Павел. Пашка, Пашок. Не надо делать чардж, умирать. У тебя там один танк, и он как бы двух мобов милишных держит. Тебе моб втащил в голову просто. Жди, пока наагрит. Ну, ему надо время, чтобы наагрить. Два моба надо время наагрить. Тебе надо чаржнуться в центрального и дать ему урон. Вот который по краям стоит, не надо их бить. Надо подождать, пока он их наагрит.
Мы можем, в принципе, наверное, поменяться. Давай я буду слева, а ты справа будешь, давай. Так, это самое. Ваганвилл, который... Давай, тогда Анфрой, ты справа, я слева. Я двух духов взорвал. Ты двух духов взорвал, да. Окей, твоя задача бегать. На второй фазе ты бегаешь. Особо не важно, что ты там надамажишь, просто бегай. Ёжик, просто когда идет анонс духи, сделайте, блядь, все шаг. Потому что они под спиной могут появиться, и вы их залутаете, блядь. Не да стойте нет, нахуй на месте. Я следил, но что-то как-то, видимо, нет. Анфрой, справа два кастера плюс напуливает рога. Слева бьет два мелика и кастер один. И нет напула. Разница в этом. Ну вот бей справа, тогда я слева бью. Давайте прибавчик. Меньше стоим. Бестасос, ты по боссу как бил, так и бьешь. От тебя нужен урон, чтобы у нас меньше времени до берсе оставалось на второй фазе. Серия, он не ловил духов? Подскажите, пожалуйста. Нет. Нет. Но первых я не видел, а вот последних я сказал кто. Ну там Игорь Фу дал сколько, короче, залутал. Гагабунта, ты внимательно играй, пожалуйста. Ты ловишь каждый трой духов. В этот раз убегал, но только не успел. Беги сразу, как только он зайдет. Справа каз бейте. Ну что, бомжи, что ли? Так он вуже, блядь, его держали. Какая разница, что у тебя стан 5 метров там или 10 метров, сколько? Кастеры вправо свечнулись, убили. Обычили секунду. А потом же... Служи. Контроль через 5 секунд. А, блядь. Проебался. Бестососа не убейте. Мы через 5 секунд вас будут. Служи, вы видите. Падаю боссом. Мобы. Контроль через 10. Фанатик бежит в рейд. Контроль. Денчик, ты центрального не трогаешь. Через 2 секунды. Одного луж, другого. Контроль. Катрина, не убейте. Не убейте, блять. О, Катрина начинает бейрить, блять. Беспал. Говорю, в МК не дал тебя в Е. Ага. Прибавьте сразу кашку, там кулак. Переводите босса живее 5 секунд. Мили по местам, танки забрали босса. Алло, танки, босс, блять, духи. Вот почему нахуй танчит-то кто угодно, но не танки, блять. Ну, кто-то сейчас с...
Реса и резерв, если есть. Духи. А, ну, типа ГГ. Это тоже можно подать. Эссалин, да, фруй. Бьем, бьем пока нормально. Хорош план. Духи. В мире может пойти дух. Spirits. Духи. Контроль. Spirits. Контроль. Под боссом идет дух. Мир идет, мир идет. Падать. Где стойки? Кто тебя убил? Метод моб. Зачем? По приколу. Ну, тебя убивает то босс, то моб. Ты вот бьешь босса, смотришь, мобы вышли, их начали бить там секунды три. Побежал мобов бить. Так я босса вообще не бью. Я бью только мобов. Меня в прошлый трек тоже мобы убили. Ну не надо вот этого делать. Типа, зачем ты умираешь просто так? В смысле, зачем я умираю? Я бью мобов. Я понимаю, что ты бьешь мобов, но ты же умираешь и срываешь агру. Так, блять, а что мне делать? Не пить их, что ли, вообще? Ты, я здесь тоже сказал. Ты бьешь босса, смотришь на агрели, побежал мобов убить. Вообще, мобов я выношу там по-жесткому. Если я не справляюсь, надо подойти помочь. То есть, ну ты смотри. Зачем срывать и умирать? Это же полная ересь какая-то. Так я обычно не срываю. Я срываю только если танк какой-то в контроль берется, или если он проебывается. Я же вначале сказал, что у нас ДК не будет набирать. Ему надо 4 секунды, чтобы только начать набирать. 4 секунды. Ты можешь секунд 10 босса бить. Ладно, я понял, допустим. Бестосос, у него урон такой ауешный, что он оменом на 3 мобов не сможет вообще никак смотреть. Вот у меня тоже БШ как бы в Оман вообще не влезает. Но я даю БШ, потом даю замедление, стан и убегаю. Я уже как бы знаю, что произойдет, поэтому я наготове. Ну понятно, ты да. Тут все так же. Типа, еще раз говорю. Вот у сов, когда ты бьешь, работает Т4, она бьет все вокруг, да? Насколько да. Я понял. Да. Вот. Я же сказал, стопать ауешки. Ауешка, если ты бьешь босса, значит, у тебя идет ауешка. Значит, надо что-то сделать. Возможно, скорее всего, не бить. Давай все будут стопать босса. Да. Да. В контроль все стопать должны босса. Если у тебя есть ауе от него. Понимаешь, если на боссе висит лунный огонь, и он перестанет кастить, все равно прокнет солнцепад, который ёбнет по всем. Во сколько там процентов он прокает? Довольно часто прокает. А сколько? Да, то есть, если ты будешь стопать гнев, и у тебя он прокнет секунд раз в 5, то ничего страшного. Если